Итак, всем привет, с вами АПЛ Первый, и, в общем, сейчас мы будем играть в военквартал Ноксхрамоса, а именно в Хардсоуне. Вы можете заметить небольшие изменения в голосе, так как я сейчас тестирую микрофон снова, который вроде довольно неплох. И, в общем, давайте потихоньку начинать. Я не буду говорить громко, потому что я не могу говорить громко. И заодно протестируем ноутбук на прочность, скажем так. Как долго он выдержит стрим? Я надеюсь, что выдержит. Так, я не то открыл. Будем продолжать играть своей мега-колодой. Военный квартал. Поехали. Первый не обращай внимания на камни контроля над разумом, рядом с разумьем, а не просто для красоты. Окей, какой-то придурок в доспехах с рогами. О, ну ладно. Так. Давайте начнем. Так, колода маг 2. Так, у него уже что-то стоит, походу. Шайна! И инструктор Разуви! Что это такое? Что тебе дома не сидя? Не стоило напрашиваться. Ужас. Провокатор по 7 хп. Что это? Халява, блин. Я надеюсь, что всех не лагает. Скажите, как идет вообще, чё как. То есть ими. Нет, мои ученики! Верни их! Во, ну вот. Прикольно. 40 хп, во. Это мне не нравится. Что-то у него мощное походу будет. Надеюсь, тебе нравится. Так, кстати, меня вообще слышно. Пишите что-нибудь, мне надо видеть. Жестоко покарал. Так, может это попробовать? Или это? Давайте это пока. А, ну ясно. Стоило ожидать такое. Ну, если ты так считаешь. Так, а теперь что сделать? Что это за штука такая? Все. Ненадолго был наш провокатор, но зато он никого еще не вызвал. Хотя он не сможет атаковать, потому что он заморожен. Отличная тактика. Блин. Хотя он нормально встал так. Теперь у меня есть халяна, мне кажется, который хороший дамаг наносит. И огр. Рыцаря я не буду пока бить. Кого он ударит? Смерть меня не страшит! Так, мне надо будет как-то... теперь разменять эти карты.
для пощадать его. Его нужен провокатор. А либо можно сделать... Так, 4 единицы, нет, не то. Он применит свою силу, нам надо его как-то... За нас сжата. Сейчас я творю всякие выкрутасы. О, неплохо. Ну, если ты так считаешь. Вообще круто. Так. Ой, все равно ударил, говнюк. Ну ладно. Не кражи царем, убью, не кражи царем. Все. А, вот, отличная карта. Все великолепно просто. Блин. Если ты так считаешь. Ай, чуть-чуть не хватает. Ну ладно, следующий ход затащу точно. Ну и что дальше? Ваших существ. Как-то это слишком изи, скажу вам. Легкий босс и тупой босс. Смерть. Очень такой, я даже не напрягался. Я же не могу сам этим заниматься. У меня дела. Я надеюсь, слышно и меня, и игру, а то мне казалось, что слишком громко все. Так, мы получили танцующие клинки. Неплохо. Вроде хорошая карта,